Твое предложение насчет экспедиции все еще в силе? Следующей страной, на которую американцы сбросят свои бомбы, будет СССР. Вот, возьмите. Это талисман папы. Я сегодня печатала ордер на твой арест. Ты помогаешь нам? Профессор Игнатов в своих исследованиях пользовался разными методами, в том числе и оккультными. Молимся мы Богу неба. Сказки все это. Охотники мы. Это булыжник. Это говно. Это не уран. Алексей Петрович, мы делаем все, что от нас зависит. И вопрос только в том, сломает тебя твой страх или нет. Чтобы об этом никто не знал. Поняли меня? За вооруженное сопротивление тебе все равно хана.